Добрый вечер. Голубые потихонечку зеленеют, зеленые потихонечку голубеют, и те, и другие хотят немножечко себе общественного внимания, общественного влияния, иногда даже с определенным политическим подтекстом. Зеленые давно уже перестали быть просто борцами за экологию, за чистый выхлоп, за чистый воздух и за сохранение популяции северных китов, а также львов, тигров и зайчиков в клетке. Они рвутся в политику. А поскольку ничего серьезного они себя не представляют и как-то вот повлиять ни на что не могут, а тем более под знаменем экологии, это означает, что вы должны быть защитниками природы, поэтому они решили, что с природой бороться они не могут, они могут бороться с людьми, провозгласили в качестве главного врага автомобиль. Автомобиль с тех пор пытаются обуздать, регулярно стараются его победить, конечно, прекрасно понимая, что какой-нибудь вулкан выбрасывает в атмосферу вреда гораздо больше, чем все автомобили планеты Земля вместе взятые. Промышленность тоже они обуздать не могут, потому что за попытку, например, остановить какой-нибудь экологически опасный завод, ну, в некоторых странах можно получить красного петуха, в некоторых по голове, а кое-где даже сесть в тюрьму. Не потому что все против, а просто потому что не лезь к чужим финансовым потокам. С автомобилями борются регулярно, а поскольку зеленые от голубых отличаются все меньше и меньше, а внимания им хочется все больше и больше, то, соответственно, как и полагается, два периода в году, осеннее обострение и весеннее обострение, они бывают результативны. Вот у французов вы видите, что сейчас происходит, там, наконец-то, однополые браки победили здравый смысл. А в Европе разразился увлекательный скандал, инициатором которого стал Международный совет по чистому транспорту. Они приглядывали достаточно давно за тем, как фирмы декларируют количество вредных выбросов и количество потребляемого топлива. Вообще данные всегда эти очень радуют, потому что год от года расход топлива, по крайней мере, декларативно снижается. Но вот Международному совету по чистому транспорту очень захотелось посмотреть, как оно выглядит на самом деле. Ребята подошли к этому делу серьезно, благо они все-таки зеленые в большей степени, чем голубые. Поэтому они посмотрели, что происходит у немцев, что происходит у голландцев, у англичан. Углубились масштабно и вывели антирейтинг. Во-первых, они четко определили тенденцию, что с той поры, когда под налог перестал попадать объем двигателя или мощность двигателя, в разных странах по-разному, и все больше в Европе стран пошли по американскому пути и стали налог исчислять, исходя из количества выбросов в граммах на километр. Вот именно с этого момента и началось грандиозное лукавство. И за последние 10 лет это дало очень серьезный всплеск приписок. Вот вы регулярно звоните в программу и задаете один и тот же вопрос. Какая машина будет в обслуживании дешевле и насколько паспортные данные соответствуют? Я всегда говорю, что они не соответствуют, потому что заявленный расход топлива никогда практика не подтверждает. Вопрос в расхождении. Насколько ошиблись, либо насколько наврали. И Международный совет по чистому транспорту сказал, что если раньше приписки были в среднем где-то процентов 10, то за последние десятилетия 25%. Причем 25 это опять-таки средняя цифра. Самым главным вруном в Европе оказалась фирма BMW. У нее расхождение фактических данных с заявленными составляет 30%. То есть машины BMW жрут на 30% больше, чем клиент от них того ждет. Второе место держит фольксвагеновская группа. Сами Volkswagen и Audi, у них 28% вранья. Третье место у Mercedes, у них 26% вранья. То есть мерседесовцы самые честные, они наврали меньше других в этом вот премиальном сегменте. Любопытно то, что европейский, вот этот международный совет, который по Европе мониторил, он хоть и международный, в Америку он не запрыгивал. Они бродили по Европе со стетоскопом, выслушивали общественное мнение и смотрели официальные данные, а также, что самое главное, неофициальные данные, потому что они опирались в том числе на показатели АДАКа, то есть немецкого автомотоклуба. И они ни в коем случае не принимали во внимание корейские автомобили. Расправу над корейцами они оставили американцам. В Америке есть контора, которая называется на русское ухо несколько рисковато ЕПА. Это агентство по охране окружающей среды. Вот эта ЕПА, она набросилась на Kia и Hyundai и отчехвостила их по полной программе. Тоже из-за этого же самого расхождения. Взвесили факт и заявку. Причем корейцы, поскольку очень пугливые, они вообще-то к американцам с большим уважением относятся. Как бы ни Америка, не было бы никакой Южной Кореи, была бы только сплошная Северная. Так вот, корейцы, они, перепугавшись,
сразу показали, что готовы к компромиссу. На них тут же был подан федеральный иск, после чего в Америке Kia и Hyundai каждому конкретно обратившемуся выплатили возмещение ущерба. Исходя из того, что люди рассчитывали потратить 1 литр на 25 тысяч километров, а потратили целых 50 тонн. Ой, а мы-то хотели, а вы нас обманули. И они всем реально позолотили ручку. Кто пришел, размазывая сопли и слюни по лицу, они удостоились материальной компенсации. В Европе подобных вещей себе не позволяют. Там пока просто обобщают данные. Смотрят, что с Америкой будет, то есть в Америке будет свой сценарий, и там набросились на корейцев. В Европе на корейцев набрасываться не будут, поэтому взяли только европейцев, японцев и единственную китайскую марку Volvo. Посчитали всех вместе, вывели вот этот вот неприглядный рейтинг вранья, где BMW возглавила всю эту туфту. После чего, в отличие от американцев, которые довели дело до суда, благо их правовая система подобная позволяет, Международный совет, ограничившийся вниманием к Европе, сообщил, что, а в принципе, ничего плохого-то нет. Это не противозаконно, это просто разница методик. Ну вот так вот посчитали. Конечно, некрасиво. Конечно, в действительности европейский клиент переплачивает. Но никаких правовых последствий это вызывать не будет. Они даже не ставят так вопрос. Что в результате, в принципе, хорошего или плохого для клиента? С одной стороны, конечно, ну, многие уже сейчас верят инструкциям, верят обещаниям, и, соответственно, они верят заявленным данным производителя. И если вдруг фирма заявляет, что машина будет там потреблять, условно говоря, 5 литров на 100 километров, люди почему-то этому верят. С другой стороны, вот этот законодательный натиск голубых и зеленых, он породил очень интересные инженерные решения. Потому что пока там наверху где-то разбираются владельцы компаний, люди, определяющие серьезные параметры рынка и нападающие на них политики и экологи, то внизу исполнением подобных задач занимается инженер. А это действительно интересно. Взять и создать двигатель, у которого при его экологической ущербности, то есть минимальном выхлопе, будут, тем не менее, прежняя динамика и нормальная мощность. Сложно, но интересно. Вот именно этот законодательный натиск и дал нам с вами всплеск турбированных конструкций. Причем сначала появилась одна турбина, а теперь уже их появилось две. И американцы в этом отношении то же самое заявляли. Если вам привычен, например, двигатель, там, рядная шестерка или V-образная шестерка, то турбированная четверка двухлитровая будет не хуже, чем V-образная шестерка, например, литров 3. Их поймали на лукавстве в том, что расхождение по топливной экономичности равно, ну, очень небольшой погрешности. И в Америке это, конечно, является признаком, ну, определенной ущербности. Ну, какой, например, американский пикап может позволить себе под капотом вот эту вот капельницу европейскую? Вот эти вот маленьких 4 жалких горшочка. Там должно быть V8, а вообще-то V10. Иногда даже V12. В Европе расклад другой, и поэтому европейские моторы получаются все более удачливые, и фольксвагеновская конструкция с двумя, с турбиной, с нагнетателем, или другие конструкции с чем-то одним, с турбиной, либо с нагнетателем, они, тем не менее, позволили пойти по пути первыми, которые заявили японцы. Потому что, когда у японцев подобная ситуация сложилась с кей-карами, кей-кар — это маленькие машинки, которые длиной до 3,5 метров. И у них объем двигателя должен быть строго не больше, чем 660 кубиков. Закон. И этот закон позволяет людям избегать сурового налогообложения. И тогда конструкторы вот в эти два маленьких технических параметра стали впихивать свой талант. И получился, например, такой грандиозный аппарат, как Subaru Vivio. Это, ну, аналог Deo Matisse. У него маленьких 4 скромных цилиндрика. У него 660 кубиков и 180 лошадиных сил плюс полный привод. Да все это еще на коробке автомат. Представляете себе такую конструкцию. И это было 20 лет тому назад. Вот японцы этим путем пошли. Американцы с этой задачей, по большому счету, не справились. Европейцы с этой задачей справились, но при этом наврали в расходе топлива. Больше всех, конечно, глумливо наврала BMW. Но мы, как потребители, получили очень любопытный результат. На рынке ведь остались и атмосферники. На рынке появились турбированные моторы. При этом все это еще толкнуло в спину дизелизацию, у которой тоже задача по чистому выхлопу в граммах. И если сейчас законодатель не будет свирепствовать дальше, то нынешние технические тенденции продолжатся.
Самое главное, чтобы экологи нас не задушили, потому как если они всерьез начнут претворять в жизнь свою программу, когда к 2020 году все европейские машины свеженькие должны грамм на километры, вот этот новый параметр, то есть 95 грамм на километр вредных веществ они должны выбрасывать. Сейчас порядка 136. То есть это очень серьезный будет удар по технике. Вот это означает переход на газ. Вот тут придется всерьез газифицировать транспорт. Скорее всего, правильным ответом будет метан. Даже не водород. Ну уж тем более не электромобили, потому что эти кофемолки самобеглые, они в принципе одноразовые и закончатся довольно скоро. Мода на них закончится. Тогда Европа будет переходить на газ. Что нам опять-таки неплохо с вами, потому что метана у нас завались. У нас его очень много. «Газпром» у нас готов. И вы слышали постановление правительства. Мы идем как раз по пути газификации. Перерыв на новости. В Москве 9 баллов. Город стоит. Пара колец уже замкнулась, сейчас ждем замыкания третьего кольца. Из этого следует, что звонящих будет сегодня много, поговорим мы интенсивно, ну, как всегда, не со всеми. 65, 10, 9, 9 и 6. Максим, вы первый. Здравствуйте, Максим. Да, здравствуйте. Вчера должен был быть последним, но вот сегодня оказался первым. Вы целые сутки на телефоне? Но нет, конечно же. Перерыв просто на ночлег все-таки. Немножечко поспали, удалось позавтракать. Ну да. Сергей, вы интересную тему затронули. Вот я, например, ну, мне кажется, что европейцы и американцы, они всегда были повернуты на зеленые. У них там очень... Не всегда. Этот исторический момент случился с ними не так давно. Просто у американцев, вы помните, они же, например, схватились за тему феминизма и, наконец, довели бабу до полного сумасшествия. Сейчас они то же самое делают с экологией. Ведь в штате Калифорния, который является застрельщиком подобных экологических стандартов, там стремятся к нулевому выхлопу. Но там хорошо, солнышко греет, и можно на батарейках далеко уехать. Где-нибудь, например, в штате Аляска не получится нулевой выхлоп. Там прохладненько. И у нас тоже не получится. А европейцы, еще лет 30 тому назад в Рейне ничего, кроме старых покрышек, не водилось. А сейчас-то можно рыбу ловить. То есть они заболели попозже американцев. Ну, к этому тоже идут, да. Голубая и зеленая цивилизация потихонечку наступает. Ну, я не знаю, я вот в авиаотрасли работаю, и уже там лет 30, наверное, 40, как есть такая норма. Если вы прилетите там на каком-нибудь старом самолете пассажирском куда-нибудь во Франкфурт или там в Америку, и там нашумите, и там выхлопов будет много, то вам просто аэропорт скатит там, не знаю, несколько тысяч долларов. Да. Вот вы просто в следующий раз не прилетите на этот самолет, это уже давно. Но начинается это все-таки с уровня шума. Они первым делом пытаются заткнуть этот выхлоп, а потом уже попытаться его учуять носом и понять, насколько он отвратителен по запаху. Ну да, там есть, там аэропорты на ночь закрывают большие, то есть там тоже до маразма иногда доходит. Обязательно. Везде, где законодатель необузданный, там обязательно доходит до маразма. Ну, мы с вами тому свидетели. Ну, ясно. Надеюсь, что к нам эти нормы придут немного попозже. У нас в корявом виде, вы же заметили, что мы, как с Петра Первого начали перенимать с Европы кальку, так по сию пору что-то так кусочками мелкими урвем на один клычок, ну и пытаемся потом это либо проживать, либо применить. Получается не всегда ровно, иногда очень коряво. Ну да, есть такая проблема. На чем, Максим, ездите? Езжу, да, я особо как бы не заморачиваюсь, на чем езжу. На S60. А что вы сразу так оправдываться как-то, что сюда должны звонить только люди, у которых S80? Ну нет, я не к этому. Я просто, у меня требования к автомобилю, должен быть немного комфортный и не ломаться там очень часто, все требования. У вас S60 какого года? 5-й год. А, то есть еще предыдущий. Это который 5-горшковый, 170 лошадей двигатель форсированный, да? Ну, да. 170, в общем, я так особо не знаю. Но, в общем, он не ломается. И мне друг порекомендовал, сказал, что в ремонте он будет недорогой, и там, в общем, ломаться нечему. И там. S60 в ремонте недорогой? Это он с самолетом сравнил? На фоне самолета практически даром. По жизни, я надеюсь, мы с вами говорим про Volvo S60, а не про какой-нибудь другой S60. Не, Volvo S60. Я не знаю, вот у меня крайнее ТО,
стоило там 8 тысяч. Я не думаю, что это очень дорого. Правда, не в официальном дилерстве, но все равно. Так в этом, об этом и речь. Вы все правильно сделали, потому что если бы вы приехали к официальному дилеру, у вас было бы ощущение, что вы владеете Боингом, а не Вольвой. Вас бы аккуратно поставили ну, к стенке. Гарантии у него уже нет. Конечно, бы, конечно. А вот после того, как вы ушли от официального дилера, машина перестала ломаться. Потому что пока у официального дилера список неустранимых проблем за ваш счет, он совершенно невероятный. Нужно было сделать в этой машине все. А потом от нее отстали. Но любите вы пугать, Сергей, любите постоянно. Это дилер, не любите вы дилеров. Кстати, вот по вчерашней теме. Да. Вы так, кстати, и не раскрыли тему. Все-таки братья-украинцы после как бы введения вот этих вот заградительных пошлин, все-таки автогигант, запорожский автозавод, он все-таки таки повысил свои продажи или не повысил, или зря старались? Они начали только что. Вот они по итогам мая будут подводить статистику, потому что задача была с консолидированных дилеров показать им Кузькину мазь таким расчетом, чтобы в мае ни копейки в бюджет не упало. И вот май — это как раз тот самый месяц, по итогам которого будет понятно, вспомнил ли великий украинский народ о великом украинском производителе под названием ЗАЗ, или не вспомнил. А заодно Еврокар, собирающий Шкоды отверточным методом, и Богдан, который делает скворечники, пародирующие нашу «Газель». Ну, к счастью, это не касается людей, потому что в скворечниках... Это вот те желтые Богданы, которые ездят по городу. Да. Вот эти вот страхолюдные аппараты. Ну, да. О, кошмар. Ну, правда, Богданы еще бывают иногда наши «Лады», переделанные, там, шильдик у них такой во всю попу под названием «Богдан». Хотя они иногда автогеном они рубят металл и делают коммерческие версии, там, «Десяток» и прочих-прочих «Жигулей». Но это тоже народу мало касается. Там у них есть маленькая лазейка у украинцев, потому что все это бедствие не касается дизельных моторов. Но дизелей там все равно мало, тем более с соляркой трудности, как всегда. Но молодцы украинцы. Вот тот самый момент, когда нам пора у них учиться. Они делают такие вещи, которые мы себе не позволяем. Вот мы в коленках жидковаты на их фоне. Представляете, вот у нас целых две конторы и РУАТ, и АЕБ, такие коллаборационистские конторы, которые, естественно, плевали на наши с вами интересы. А вот на Украине не так. Вот там почему-то интересы дилера и покупателя совпали. И бац, начинается борьба против правительства. Молодцы. Очень радостно за украинцев, то, что они вот дошли до такого уровня принятия решений, до такого уровня гражданской позиции у людей. Молодцы. Давно, кстати, хотел на Украину. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось поблагодарить вас за передачу. Спасибо вам. Вам большое спасибо. Вы просвещаете, глаза открываете, многие вещи. Вопрос такой. Как вы относитесь к Сантьяне 3,5? О, какая тянища! А вы собираетесь ездить слева спереди или справа сзади в этой машине? Ну, вообще, я обладатель государственной такой машины. Вот я езжу на ней, прошла 140 тысяч, 3 года машине. Чего мне от нее еще ждать? Ничего. Ждите, когда будет не 140, а 250 тысяч. Потом затаитесь до рубежа в 350. Потом посмотрите, чем все это кончится. Так вы все-таки ездите-то на каком месте? Слева спереди или справа сзади? Да, слева спереди. Ну и как? Ну, как вам сказать, в принципе, доволен, вариатор, там вот двигатель 249 лошадей, но питерская сборка, до этого была 31-я Kia на японской сборке, по качеству-то да, получше была, чем питерская. Питерская ржавеет потихонечку? Да, за 3 года уже не то что ржавеет, краска обсыпается, как там 29-96 года. Но неприятность-то в том, что Тианы даже японской сборки тоже в мелкую дырочку, а Nissan, он, в отличие от Toyota, вообще большой умелец делать автомобили из консервных банок. И посмотрите на старые Toyota и старые Nissan. И старые Toyota еще такие бодренькие, молодцом, у них так маленькие дырочки в пузе, а Nissan уже ветхий, уже слегка инвалидик. И это что на патруле и там крузере, и заканчивая там Короллой и Санни. И Тианы, я несколько судебных исков, ну, не то чтобы вел, но был причастен, когда люди на машинах японской сборки рубились с дилером насмерть за гарантийную замену всего автомобиля, потому что кромка капота, двери, багажник, пороги в течение полугода на японской машине. Знаменитое японское качество. Нет, качества претензий нет, а вот вопросы просто, говорю, к машине, просто сошла с гарантии и началось. Ага. То одно, то другое, то третье немножко это начинает настораживать. То есть у 31-й был пробег 240, не было таких вопросов. Вы заметили, что с годами только наши воспоминания о детстве становятся качественнее? Ну, детство это и
его не вернешь. А вы помните хлеб по 13 копеек? Он ведь был вкуснее нынешнего по 30 рублей. Ну, было дело. Надкусывали, домой приносили по полбулки. Было такое. А помните рогалик? Обязательно. 8 копеек стоил. А ведь нету. Ведь нету рогалика. Закончился навсегда. И никто рогалик не воспроизвел. Не, я как-то в ГУМе в первом универмаге брал, там, вернее, этот, в первом гастрономии. Ну, не тот вкус. Не тот. Хоть и хвалят, но не то. Не тот. И мороженое не то, и апельсины не такие сладкие. И мороженое не то. Мороженое гарантированно не то. То, что 48 копеек пломбир, нету ему равных. Только в наших светлых воспоминаниях. И все. Да. А ситник помните? Кого? Ситник из белоснежной муки. Ну, это уже, как бы, мы сейчас это на кулинарную тему перейдем, как бы, это все воспоминания, это детство, его не вернешь. А самое главное, вот, как бы, по машине, что... Предыдущая Тиана была лучше, чем эта. Это, да. Знаете, это как с женой. Каждая предыдущая жена, на самом деле, была лучше, чем нынешняя. Зря меняли. Это, увы... И, кстати, Тиана следующего поколения, которая сейчас уже заявлена и которая, по большому счету, является американо-китайской разновидностью и к нам на рынок придет, она будет еще хуже, чем то, что мы сейчас с вами под видом Тианы знаем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю с первой выпуска вашу передачу. Как-то вот все время слышу про то, что невозможно дозвониться. Сейчас как-то без проблем с первого раза, знаете ли. А, видимо, так пробки что... везде, а вы умеете объезжать. И по городу 9 возможно, баллов. Возможно, я как раз пока ехал вот до дома и добрался. Ну вот видите пока... как. Это удача. Послушал. Это удача. Да. У меня такой практический вопрос на тему, которую вы затронули в начале передачи. У меня Рено Меган 2011 года. Прервемся, Сергей. Новости, а потом оставайтесь на линии, пообщаемся. Продолжаем общение с Сергеем. Итак, Сергей, у вас Меган. Какого? Ну так вот. 2011 года, 2.0 на Вариаторе. Так, хороший, кстати, аппарат. Да, и вот я его выбирал, как все люди выбирают, тест-драйвы какие-то, ездил, выбрал, и, в общем, рад и счастлив. Был, но один сюрприз мне оказался. У него был какой-то странный, неожиданный для меня расход. То есть все время, что там первый год, там обкатка, это пресловутая и так далее, в общем, сошлось все примерно на 12 литрах на сотню. Что, кажется, для легковой машины как-то немножко многовато. Ну да бог, ездил я на нем, ездил, все доволен был. И вот где-то месяц назад этот самый расход почему-то стал 16. Ух ты! Внезапно. Но причем все равно машина ездит абсолютно нормально. Ничего не происходит, ничего никто не дергает, ниоткуда не пахнет. Пробег какой? Хорошо. Какой у машины? Пробег 35 сейчас примерно. 35? То есть, ну да, еще на гарантии. Ага. Так. Вот, собственно, вопрос. Во-первых, любопытно. Понятно, что поеду я к дилеру, понятно, что начнет он мне чего-то лучше заливать. Но, во-первых, с каким настроением мне туда ехать? А во-вторых, а почему вообще такая история может происходить? И чего ожидать? Ну, должен ли я бояться в панике и стремиться чиниться или еще нет? Во-первых, что-то у вас либо с системой впрыска, ну, какой-нибудь датчик кислорода, либо какая-то неприятность с катализатором. Потому что если расход топлива, стиль вождения прежний, алгоритм движения прежний, трасса, город и маршруты прежние, и вдруг 16 литров, что очевидно абсолютно говорит о нездоровье автомобиля, при этом все он показывает в порядке, значит, либо катализатор вот-вот накроется, потому что... То есть это последствия плохого топлива плюс плохое масло. Плохое масло из официальной красивой дилерской банки с этикетками довольно часто оказывается контрафактным, и очень много зольных отложений дает, и смоляных. А, соответственно, плохое топливо, оно, в принципе, губит машину, и особенно такое ранимое место у нее, как катализатор. Возможно, что там ничего особо критичного и нету. Хотя, судя по всему, 16 литров говорят о том, что именно где-то здесь проблема. А может быть, еще 25 тысяч разных вариантов. Дилер, скорее всего, просто подключит компьютер, посмотрит и скажет, знаете, у вас все в порядке. Потому что чек-энджин не горит, ошибок никаких нет. Либо тайком от вас сотрет пару ошибок где-нибудь в алгоритме работы впрыска и скажет, ну, езжайте, все нормально. Да, кстати, в кассу там с вас вот немножечко, потому что в случае не гарантийный, ничего же не поломалось, просто вот диагностика очевидная, ну, там, пару тысяч нам заплатите за это. Альтернативный вариант — поехать по гаражам, а именно к тем людям, которые собаку съели на Рено Меганах. Скорее всего, это что-то характерное. Тем более машина все-таки по сути своей предназначена была для турок, китайцев и для русских, то есть для тех людей, которые привыкли к плохим дорогам, плохому топливу. И если у нее произошел какой-то затык, какая-то проблема, то это неожиданно даже для самой машины.
она не собиралась вот таким вот странным образом вдруг вас озадачивать. Но 12 литров – это близко к истине. Двухлитровый мотор, 12 литров. Помните на «Жигулях» сколько было? С карбюратором «Озон» двухкамерным. Ну, я недостаточно стар, чтобы помнить. Ну, двадцатка там была, при том, что бак 42 литра. То есть, увы. Понятно. Нет, ну на самом деле вопрос у меня отводится. Я из такой, скажем так, породы, что ли, людей, которые, в общем, радуются с дилером поругаться немножко. Потому что надо все-таки как-то... Взбодрить. Конечно. Да, взбодрить, заставить чего-то там где-нибудь написать, пожаловаться. Это я не то что люблю, но считаю за обязанность. Абсолютно правильно. Вот, каким настроем к ним идти? Я понимаю, что они могут с хорошей вероятностью начать что-то выкручивать. А как мне их выкручивать? Итого, вы заявляете наличие проблемы, что? Которую они не считают дефектом, потому что машина исправно заводится и едет. И тем не менее, вы можете пойти, например, самым таким наивным путем, хлопнуть глазками и сказать: ребят, а написано в характеристике, что не ест она 16 литров? Нигде не написано, что она ест 16 литров, а где-то наверняка на сайте официального что-нибудь типа Автофрамас.ру или там Renault.ru, наверняка где-нибудь они аккуратно бросили эту цифру, что средний расход топлива, и он наверняка заканчивается где-нибудь на рубеже 12 литров. Откуда он у вас... 7, по-моему, написано. Ну, то есть нижний предел должен быть 7, а где-нибудь, ну, где проблески какие-то минимальной совести были у них, они написали наверняка, ну, не больше 12, это точно. Вы приходите и говорите: ребят, у вас заявление на сайте является публичным. То, что они обычно говорят, публичная оферта. Вы мне это заявили зачем? Затем, чтобы я купил у вас машину. В результате у вас что? Это не проблема, это дефект. А дальше заказ на ряд и устранение. Если они приняли это как дефект и не устранили его, у вас начинается гарантийный случай на оказание услуги. И вы можете к ним раз в неделю приезжать и требовать бесплатно устранить этот дефект. Потому что на выполненные работы, а какие работы они делали? Они что-то такое делали с вашими 16 литрами. Например, 6 литров слили из бака для того, чтобы у вас было их меньше. Условно говоря. И по исполнении этой работы наступает гарантийный период. Либо полгода, либо там сколько-то, условно говоря, 10 тысяч километров пробега. А вы через неделю заявляетесь и говорите: вот это та самая работа. Еще разочек, еще разочек, еще разочек. К сожалению, проблема на измор. Но всегда параллельно идет жалоба, есть книга отзывов и предложений, по старинке жалобная книга, куда вы пишете суть своей претензии, и ее копия в Роспотребнадзор по городу Москве. У Роспотребнадзора, у них жалобы принимаются по интернету, а отвечают они по старинке на бумаге. Да, вот. А такой вот, есть все-таки дилер, а есть все-таки компания Рено, и она, по крайней мере, декларирует, что ее горячая линия поддержки и так далее на стороне клиента, она готова помогать бороться с дилером. Вот как вообще на практике это выглядит? Производитель, он все-таки на чьей стороне? Он в гробу нас видал с вами. В белых тапочках. И я какое-то время тому назад спросил у официального представителя Автофрамаса, ну, в смысле, у компании Рено, почему у них вот это вот глумливое желание заработать отдельно на доставке, почему они в ценник машины не включают ее, а потом говорят: слушайте, а с вас 40 тысяч, знаете, как мы ее везли? Мы ее тут на веслах, под парусами, превозмогая ветер и вихрь, привезли. Там 40 тысяч, а на Дальний Восток еще больше. И даже по Москве 5 тысяч по доставке с улицы на улицу. Да я сам ее перегоню, в конце концов. Я спросил: вот это хамство, это официальная политика или это проявление инициативы самого дилера? На что мне официальное лицо Рено сказало: а вам не нравится? Так у нас на рынке очень много других брендов. Пойдите купить себе в другой фирме машину. Вот и все. Вот она. А рынок она есть. Рынок. Да, вот она, самая горячая линия. Горячей просто не найти. Поэтому... Ну, спасибо. Значит, пойду. Бейте гадов. Бейте гадов, потому что это не вы для них, это они для вас. И, как всегда, в борьбе обретешь ты право свое. Помните, у одной политической партии это был девиз. Леонид, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Я рад, что вы дождались. Ну, это было не так долго, как иногда бывает. Поэтому 5 минут в пробке, слушая опять-таки вас, это не самое длительное время ожидания. Это не самые плохие 5 минут в вашей жизни. Да, могло быть и хуже, как говорится. Не дай бог. Я хотел это касательно вашей темы. Вот, я
наверное, не до конца соглашусь с вами по поводу того, что так это вот ужасно, что экологи душат нас, и мы скоро будем ездить, ну, в лучшем случае, на газу. Во-первых, экологические нормы, как бы, они, ну, я, по крайней мере, вижу в них резон. То есть я понимаю, для чего они. Я, когда приезжаю, скажем, в какие-то другие страны, где они серьезно действуют, я вижу эффект этих норм. Хотя и не подчас не всегда удобно. Опять-таки, вот как один из предыдущих звонивших сказал, что аэропорты закрывают. Я вот был где-то пару недель назад в Лондоне, и действительно аэропорт Хитроу, центральный аэропорт Лондона, он закрывается на ночь. Это во многих случаях ужасно неудобно для путешественников, потому что, во-первых, вы не можете выбрать себе рейс, скажем, который прилетает там ночью по каким-то вам причинам удобный, а во-вторых, когда вы приезжаете, аэропорт открывается в 6 утра. То есть, если вам нужно еще что-то в аэропорту сделать, а у вас рейс в 7, ну, физически вы этого просто не успеете сделать. Плохо, да, неудобно, да, но зато люди, которые живут рядом по каким-то причинам, опять-таки, они не знают расписание авиарейсов по часам и по минутам. Да. Действие экологических норм. А машины, ну, при всей любви, конечно, к машинам и, скажем, каким-то мощным двигателям, неважно, там, атмосферником или надувным, ну, я готов, наверное, пережить там и не разгоняться до сотни за 8 секунд. Ну, хотя вы тоже можете разгоняться до сотни за 8 секунд, имея 2, 3, 4, 5 турбин. Иногда по турбине на каждый цилиндр. Это подстегивает процесс. Тут ведь вопрос еще законодательного давления. Когда тебя пинают и говорят, ну-ка, быстро, это не то же самое, что медленное вызревание. Хотя понятно, что по доброй воле никто ничего менять не будет. Лучше всю жизнь ездить на карбюраторе, конечно. Вот в этом большая проблема, то, что нас постоянно к чему-то толкают пинками и не дают как-то осмыслить вообще, а куда мы идем и вообще хотим ли мы этого, собственно, идти туда. То есть, если в Европе, да, там взять тот же Лондон взять, то люди сами, да, пришли к этому, что вот мы хотим, мы согласны терпеть неудобства туда-сюда, но будет вот так, и мы будем жить так. Нам же говорят, что, ребят, мы вот видели там, у них все работает, у них все зашибись, вы тоже так теперь будете жить. Ну, ребят, хорошо, давайте мы там хотим какие-то, не знаю, послабления сделаем. Может, не сразу начнем жить как люди, а так постепенно будем эволюционировать. Ну, так вот не получится. Но если взять европейскую картинку автопрома, американскую и нашу, то мы, в принципе, от своего автопрома уже избавились. У нас его нет, у нас есть сборка. Но европейцы смотрят на американцев, а американцы задают тон. Американцы вот именно своим экологическим натиском спровоцировали появление гибридов, абсолютно беспомощных и ненужных, и спровоцировали всплеск электромобилей, которые тоже являются тупиком. То есть, с одной стороны, законодатель очень хотел, чтобы воздух был свежим, с другой стороны, он напряг чужие деньги, чужой разум, породил массу интереснейших технологий, в результате которых все равно автопром оказался в тупике. Потому что он получил промежуточные изделия, не имеющие перспективы, и утратил дееспособность того, что было. Машина десятилетней давности была в поведении адекватнее, вела себя лучше, ехала интереснее, мощнее и не всегда тратила очень много. И вот Евро-2 уже было достаточно для того, чтобы, в принципе, считать это высочайшим достижением прогресса. Сейчас все стремятся к Евро-6. Вот Евро-7 означает, что ты едешь на электромобиле. Должен быть так называемый нулевой выхлоп. Нулевой выхлоп — это, по большому счету, роликовые коньки. И если так дальше будет продолжаться, то законодатель заставит нас перейти на лошадей и на велосипеды. И скажет, ну и что? Подумаешь, что вы не можете доставить груз, вы не успели за колбасой, или у вас молоко кончилось, оно прокисло, и вообще рефрижератор не приехал. Пожалуйста, вот вам лошадка, вот вам велосипед, давайте румянец во всю щеку и катитесь. Не все могут катиться, не всем это нужно, и не у всех расстояние, на которое они ездят, составляет 100 метров. Некоторые на работу ездят, например, за 150 километров. А в нашей стране, где общественного транспорта в принципе нет, железная дорога в коллапсе, о самолетах мы вообще не говорим, и можно либо на лодках, либо на лыжах, либо на лошадях, автомобиль является единственной опорой людей. И если, не дай бог... Да. Да, извиняюсь, Ариша, перебиваю. Я согласен с этим, но у меня, по крайней мере, есть надежда и такие мысли, ожидания, что... Все-таки, знаете, когда такие рамки создаются, да, чем туже затягивают, тем больше мыслей рождается. Либо и... тем больше обмана, с чем столкнулись в Европе, потому что их закрутили, а BMW просто взял и наврал.
А вот так вот. И ничего с ним со мной не сделаете, сказала BMW. И Mercedes Audi наврал. Поэтому прогресса не получилось. Интересно поработали ребята. Классно. А задачу? Задача не выполнена, цель не достигнута. Хотя было увлекательно всем. Поэтому, когда бездумно закручиваешь гайки, получается то же самое, что в нашей стране. С завтрашнего дня все должны быть здоровые и богатые. Не будут у нас здоровые и богатые. Ну, да, да, с этим я согласен, да. И просто так, касательно еще вчерашней вашей темы, по поводу того, что там они бойкотируют, просто вам пример, опять-таки, из Лондона. Наверное, слышали, там был небольшой скандал, когда кофейня Starbucks оказалось, что они платят английские налоги, а уходят от них там с помощью, в принципе, законных схем, но все-таки уходят. Оставайтесь так, на вот новости, вот. Продолжим разговор после новостей. Мы продолжаем разговор с Леонидом. Леонид только что за свои деньги послушал нашу рекламу. Я надеюсь, я принес вашу радиостанцию немного. Да, скорее всего, что-то вы принесли, хотя в большей степени сотовому оператору. Леонид, так, да, Starbucks, вы как раз стали интересную историю рассказывать, не все в курсе. Да. Просто был такой мини-скандал, может быть, не все слышали, кофейня Starbucks, которая довольно знаменита по всему миру, в том числе у нас в России, да, ну, по крайней мере, в крупных региональных центрах. Вот, а у нее, она базировалась там каким-то образом в Лондоне, одна из подразделений или штаб-квартира, может быть. И суть в том, что, используя определенные легальные схемы, она уходила от налогов, она не платила их в Англии. Ну, вот, платила где-то там в США, может быть, в других юрисдикциях, но не в Англии. И когда это стало известно, англичане очень так возмутились и сказали, что, вы знаете, как-то вот это не очень красиво, не очень по-джентльменски, не очень по-английски. Поэтому видели мы ваш кофе, и кофейня Starbucks закрыла в Лондоне около 35-40 кофеен, просто потому что люди перестали покупать кофе в Starbucks. Потому что люди обозначили гражданскую позицию. Гражданскую позицию, да. Вот они решили так, что вы не платите налоги, я плачу вам свои деньги. Да, то есть в итоге вы не платите, не пополняете бюджет, вы не будете платить потом мне пенсию и все остальные выплаты, которые мне положены, поэтому, знаете что, берите свой кофе, и я прекрасно проживу сам без него. А, кстати, ведь, как мы с вами помним, демократия в нынешнем виде в цивилизованный мир пришла именно от англичан. У них самая долгая историческая традиция уважения к человеку, к правам личности, к правам капитала. И именно это и позволило Британии прожить на пару веков дольше. Хотя сейчас, конечно, она летит под откос. Вы знаете, больше, наверное, права людей начали уважаться именно с того, что началось уважение прав капитала. Да, прав капитала, конечно, конечно. Экономика, к сожалению, здесь была первой, да, и никто, конечно, в тяжелые времена не думал, там, о, боже мой, давайте предоставим ему 33 квадратных метра, как положено по нормам. Собственно, они прошли тоже довольно тернистый путь, и опять-таки довольно интересный, и можно сами взять пример. Это я к тому, что вот вы вчера упоминали, да, что вот дилеры на Украине сбунтовались, но проблема-то, вот, как мне кажется, не в том, точнее в том, что они сбунтовались, потому что их интересы затронули, не потому что им жалко стало там обычного потребителя, о боже мой, он заплатит дороже, они просто, видимо, посчитали, что при таком раскладе вообще никто ничего не будет покупать. Да. Так давайте попробуем показать этому государству, и будем такими беленькими пушистыми в глазах обычных людей. Ну, о людях они думали, конечно, в последнюю очередь, потому что ущемление лично их интересов произошло, и они прекрасно понимают, что на Украине покупательская способность населения не столь высока, поэтому из-за 13% пошлин они либо вынуждены расстаться с собственной прибылью, удержав цену, либо они, по большому счету, вылетают с рынка. Так лучше они с рынка выйдут с высоко поднятым знаменем, чем они будут... Бедные несчастные их там притирают. При том, что все равно, вот, например, украинцы, опять-таки, я был недавно на Украине, и в Киеве в том числе, вот, они не скажут, что они живут, конечно, лучше, чем мы, примерно на том же уровне, но просто вот что меня поразило, я готов был плакать, когда вернулся в Россию. А вот у меня дом у мамы, где мама живет за городом, сейчас уже, правда, новая Москва это получается, там нет газа. Ну, вот народное достояние «Газпрома», оно как-то не дошло до нас. И не дойдет. И не дойдет. Да, оно все кругами ходит, но как-то, значит, все мимо. Вот. А на Украине, при том, что они, ну, где-то подворовывают, мы будем называть, покупают наш газ, в каждой деревне, там живут, господи, там живет два человека, и то, которым уже под 90, и, видимо, просто живут на честном слове. И туда они провели газ, и там у них все газифицировано, и все у них есть. А мы, великая держава,
Вот, пожалуйста, он фикс маслом. Ну, потому что у нас население является основным источником дохода государства. У нас в бюджет порядка 40% поступлений – это от экономической деятельности, а 60% – это нас с вами. Да, кстати, вот по поводу бюджета, опять-таки, это же не закрытая информация, тем, кто не знает. Есть, ну, каждый год, да, Госдума утверждает, как был исполнен бюджет, правительство представляет цифры, Госдума это открытые источники, просто можете интересно посмотреть статьи расходов, куда что идет, в процентах выраженные, и это просто кошмар. То есть на всякие секретные операции, которые мы не знаем, тратится огромное количество, но сколько тратится на аппарат президента, на передвижение, на жизнь, вообще на правительство, это просто страшный список по сравнению с тем, что тратится на культуру, образование, медицину. То есть если культура это 0,1% от бюджета, то президент это 10% от бюджета. Шикарно, вот поэтому так и живем. Шикарно. При том, что дворцы Путина строятся из отдельного фонда, Олимпиада строится из другого фонда, и это все те самые секретные вот позиции, емкость которых мы никогда не узнаем. И у нас, в принципе, непрозрачность бюджета. Это вот то, например, что стало краеугольным камнем в обсуждении дорожного налога. У нас куда идет этот налог? Почему-то все думали, что если он дорожный, якобы на дороге. Он идет в общую копилку. Он идет на те самые 10% содержания Путина и свиты. Но не на дороге. А дороги у нас финансируются целевыми направлениями совершенно по другим статьям. Тем более, что на дороге у нас тоже денег избыток. И губернаторы просят Путина уже 5 лет разрешить им потратить это на дачи. Они на дороге, потому что им нечем. У них лопат не хватает, чтобы освоить такое количество денег. Ну вот если им нечем, то пусть они отменят свой утилизационный сбор и утилизируют автомобили, если они такие умные, им некуда девать денег. Тогда утилизационным сбором нужно заниматься прямо на автобазе, чтобы в конце конвейерной линии стоял этот шредер, который... Они на это пойти не могут. У нас вот сейчас загибается, собственно, АвтоВАЗ, пожизненно загибается, и КамАЗ, и вокруг них вот идет эта постоянная пляска, и сейчас попытка газифицировать автомобили, автотранспорт, она направлена в первую очередь на КамАЗ и на АвтоВАЗ, и на Газпром, который теряет европейский рынок, потому что Газпром скоро оттуда вышибут, и наше достояние обрушится со всей своей великолепной карающей мощью и заботой именно на население. И у него должен быть хоть какой-то момент оправдания перед обществом, например, ну, транспорт ездит на их газе, потому что что к вашей маме трубу никто не приведет, что по всей остальной стране у нас как газа не было, так и нет. И не будет. Вы знаете, Сергей, я с нетерпением жду, просто молюсь на тот момент, когда наконец-то нефть и газ никому не нужны будут, и посмотреть просто, что наше правительство видели гениально, и два наших самых умных придумают такое и сделают такое, как они будут поворачиваться, рассказывать, что и что на них что тогда обещать. Я думаю, что они тогда накажут за это население. Они придумают какое-нибудь оправдание о том, что именно из-за наших людей, из-за того, что они чего-то где-то не додали, не довыпустили, не доработали, вот произошел этот вот подрыв устоев экономики. Поэтому вот теперь-то мы вам... Вы слышали о законе, например, за пьяную ходьбу? О том, что каждый милиционер у нас имеет право к любому совершенно докопаться и сказать... Ну-ка, что-то от тебя пахнет. И в метро уже алкотестеры закупают. Это как раз движение по этому пути. Денег нет, а население виновато. То есть так оно станет, когда нефть упадет до своего разумного предела, население будет виновато все поголовно. Сейчас только пока отдельные социальные категории. Но штраф за пьяную ходьбу, собственно, вот он уже. Потихонечку начинает законодательно прорисовываться. А по автомобилистам, да, как автомобилисты вы уже почувствовали, что у вас парковка уже не такая, на стоп-линию вы уже проехали, красный сигнал, расстрельная статья, не уступил дорогу полицаю с мигалками, который ведет машины сопровождения какого-нибудь жлоба депутата, и вот, пожалуйста, тюрьма, вот тебе уголовное дело. Потому что водитель это последний социальный резерв пополнения бюджета. Дальше идут только ЖКХшники, когда будут выселять многодетных за то, что у них недоимка в 30 копеек, и продавать их квартиры с аукциона. Но вот тут возможно, что уже даже не понадобится ждать, когда нефть упадет. Тут уже упадет все остальное. Знаете, я надеюсь, что все-таки как-то картина изменится мира. То есть, знаете, то ли это упадет снизу вверх, то ли таким другим путем, потому что тот путь, которым мы идем сейчас, это путь в никуда, это большой тупик. Знаете, такая большая черная дыра в том самом месте, о котором не принято говорить в публичных местах. Но вы очень тактично описываете эту ситуацию. На самом деле мы падаем в пропасть. Вернемся к автомобилям. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер.
Я как раз вот хотел вернуть вас к автомобилям после булочек и политики. Недавно была анонсирована, в общем-то, новая Kia Cerato. Да. И буквально вчера я ее посмотрел в салоне. Она меня очень приятно удивила. И фактически, кроме, наверное, Шкоды Октавии последней, мне ее сравнить не с чем. Она напичкана всем, чем можно, по более чем адекватной цене. Что вы вообще не можете сказать? Я могу сказать, что корейцы молодцы. И когда фольксвагеновцы заявляют, что в ближайшие несколько лет на мировом рынке произойдет перераспределение ролей, и на первое место будет рваться корейская Kia, они абсолютно правы, что Toyota и GM будут драться за 8 и 39 место. А за первое место будет драться как раз концерн Kia Hyundai и Volkswagen. Потому что то, как себя ведет Kia, говорит о том, что это на сегодняшний день одна из самых умных фирм. Им бы еще вот в нашей бы стране с ценообразованием бы не наглеть, и тогда вся страна ездила бы на Kia. Я вот с этим более чем согласен, потому что даже по тактильным ощущениям рядом стояли прошлая Cerato, которая вот вроде около 5 лет, да, как она вышла, и новая Cerato рядом. Одновременно вот сравнить ощущения как между самым дешевым Фордом Фокусом и новенькой BMW тройкой. Примерно такая разница. Причем, Дмитрий, ведь вы же в реальном времени, как и все мы, наблюдали становление фирмы Kia. Вы помните, с чем они пришли на наш рынок? Спектра. Спектра, а перед ними концерн, когда еще не были они с Hyundai'ами, первый заход корейский был, например, Hyundai Pony, и это было вообще страшно за 11 тысяч долларов. Потом появилась Kia, и у Kia, бац, прогресс как ракета вверх улетел. А мы с вами до сих пор «Жигули» делаем. Да, ну, мне этот прогресс очень нравится, и подумываю насчет покупки этой машины. Единственный вот вопрос стоит, максимальная или предмаксимальная комплектация. Стоят ли фишки в виде заднего экрана, камеры заднего вида? Шикарная фишка. Она выводится на зеркало? Потрясающе красиво. Или у вас комплектация, которая на монитор выводится? Вроде как на монитор. Потому что у них был в свое время такой шикарный момент, когда у них показатель цветная видеокамера и дисплей был прямо в зеркале заднего вида. В одной из комплектаций эта штука должна была быть у них. Но... Вот вчера я смотрел предпоследнюю версию вживую, то есть смотрел Prestige, она называется, что ли, или предпоследняя. Она без камеры была. Чем больше опций вы возьмете, тем больше кайфа от машины. До завтра.